Коммунальные службы переключились с магистральных дорог на внутриквартальные проезды. Сегодня 3 спецмашины работали рядом со школой номер 7 на проезде Дружбы-12. Всего днем 8 декабря на очистку улиц в Сургуте вышли 159 спецмашин. На балансе городских служб находится 266 проездов. По словам чиновников, половина из них уже убрана. По возможности не обделяют вниманием и так называемые бесхозные проезды. Сложности проездов – это всегда подснежники, так называемые, машины, которые брошены. Вот. Сложности – это потоки движения, часа пика. И не все проезды можно чистить ночью, когда, так сказать, спокойно и можно этим заниматься. Применяется и механизированная уборка, и ручная уборка. То есть, силы бросаем, чтобы как можно лучше очищать.